Сегодня, 9 декабря, в торговом центре «Море Молл» магаданские волонтеры провели акцию, посвященную Дню Героев Отечества. Волонтеры раздавали жителям города информационные листовки, в которых были рассказаны истории магаданцев, участников Великой Отечественной войны. Я уже третий год занимаюсь уже много раз листовки, давал, занимаюсь подвиги уже шестой год. И много людей, которые не нравятся это все. Данную акцию проводило Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана. Совместно с городским волонтерским корпусом «Волонтеры Магадана» в роли волонтеров принимали участие воспитанники Магаданского военного спортивного технического центра «Подвиг».